ЖК «Олимп». Новый корпус на старте. Решай быстрее. Экономь больше. Приставы снова вышли в рейд. На этот раз он был совместный с сотрудниками ГИБДД. Дежурили накануне на повороте в Клин-9. Останавливали, что называется, всех подряд. После проверки документов автолюбителей пробивали по банку исполнительных производств. Пара минут и все долги на экране. Например, у этого водителя неоплаченный штраф за превышение скорости. Это был штраф видеофиксации. Скажите, пожалуйста, а вы знали, что у вас штраф есть? Нет, откуда, если бы я знал, я бы оплатил бы. Под прицелом камеры люди уверяют, они готовы платить по счетам. В то время общий долг по Клинскому округу уже более 3 миллиардов рублей. В основном это неоплаченные штрафы, алименты, коммунальные платежи, транспортный налог и кредиты. Из 40 остановленных машин во время рейда треть водителей – должники. Все они получили повестку к приставам. Я вам сейчас выписываю повестку на завтрашнее число. Явка строго обязательна. Не придет на прием, поясняют приставы, поплатится вдвойне, а то и втройне. К сумме долга автоматически приписывают штраф 1000 рублей плюс исполнительный сбор. Если должник в течение 5 дней не оплачивает данный штраф, да, данную задолженность, тогда у него будет исполнительский сбор 7% доход государства от суммы. Но для физлиц он минимум 1000 рублей. То есть если у вас есть штраф 500 рублей и вы его не оплатили в течение 5 дней, то 1000 рублей еще исполнительский сбор. Для юрлиц исполнительский сбор составляет минимум 10 тысяч. За время рейда приставы выписали квитанции на 130 тысяч рублей. А уже сегодня на приеме должники оплатили больше 50 тысяч. Поэтому эффективность таких рейдов говорит сама за себя. Выездные проверки должников продолжаются. Минимум раз в месяц приставы будут дежурить с ГИБДД на самых оживленных улицах города.